Это давеча, и мы продолжаем. Продавцам в магазине на проспекте Строителей закон не писан. Их трижды ловили на продаже алкоголя в запрещенное время, то есть ночью. Об этом рассказали в ОМВД по Кировской области. Горячительные, к тому же, сбывали без лицензии. Из оборота изъято более 500 литров алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Продавцу грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года. В текущем году выявлено более 220 нарушений антиалкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято более 3300 литров алкогольной продукции.